8 июля в военном клиническом санатории имени Пирогова состоялась шоу-программа «Ко дню семьи, любви и верности». Семья – это наши дети, наше настоящее и наше будущее. И мы поздравляем вас с этим прекрасным праздником. Огромная площадь позволяет гостям расположиться, соблюдая социальную дистанцию, а светодинамический фонтан создал особый микроклимат. Отличная альтернатива мероприятиям, проводимым ранее в концертном зале. Это всероссийский праздник семьи, любви и верности. Не случайно мир держится на трех китах – на любви, на верности и на семье. Я хочу вас всех поздравить с этим праздником и пожелать вам беречь друг друга, любить друг друга, заботиться. Берегите свои семьи, берегите свое здоровье и время. И помните, что отдых с лечением и с семьей – это выбор разумных. В концертной программе приняли участие юные дарования Нурия Геофарова из Москвы и сокчанин Асанов Асан. День семьи, любви и верности приурочен к празднику в честь святых благоверных Петра и Февронии Муромских, живших около 8 веков назад и ставших символом супружеской любви. С 2008 года, который был объявлен в России годом семьи, этот день отмечают по всей стране. Несмотря на то, что праздник в честь этих святых отмечается не так давно, у Дня семьи, любви и верности есть свои традиции и обычаи. В частности, в этот день многие предпочитают заключать помолвки и браки, считая, что таким браком будет покровительствовать святая чета. Символ Дня семьи, любви и верности – ромашка. Этот цветок олицетворяет чистоту и свежесть.